Корона. Первый раз нас остановил. Давай, иди снимай. Быстро, быстро, быстро. Алексей, выложите этот удар. Все его удары выкладываем. Давай, давай, снимай. Нет! Давай на 10 отжиманий. Вверх. Вверх, да? Да, на 10 отжиманий. На 10 отжиманий. Да, да. Вверх. Да, да. Да, да, да. Пошло? Да, да, да. Сжимайся. Николай, сейчас сниму, сниму, отжимайся. Давай, Серега! Серега! Хорош, Николаевич. 10. Браво, браво. Ну как? Отлично. Вадим Валентинович обманул. Ворота Герг Биане исполняет Белинов. Все поле? О, ширину. А, ширину. Ширину, конечно. Так, конечно. С такими 70, мышцами. 70 метров так перебить. 70 метров. А как Дивеев передачу на 70 метров отдавал? Ну! Слабый стал, старый. Вовремя закончил. Нет, я не спорю! В Москве зима. Как футбол развивать, не знаю. Такая раздевалочка. Я могу спросить. Михалыч, у нас там футболист Агаларов. Он спрашивает, почему Михалыч Тедеско руку не пожал. Спросите, что. В одной игре три раза между дали. Лёхи трёхи.
контратак, ну... Приз потеряли, Саш. Блин, мы же гостевые нечистые, искали Зенит, а в чем секрет вашего суда? А что мы должны никому говорить? Завершился 22-й тур. И что будет дальше, пока предсказать не может никто.